Произошел сбой в работе сервисов Яндекс.Еда и Delivery Club. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. У пользователей сервисов доставки еды Delivery Club и Яндекс.Еда возникли проблемы с доступом к ним. Об этом сообщает РБК со ссылкой на страницы сервиса в сети Twitter. Причиной возникновения сложности у некоторых пользователей стал аномально высокий спрос в День всех влюбленных. Сейчас неполадки устранены, сервис уже работает в штатном режиме. Представители Яндекс.Еда и Delivery Club приносят извинения пользователям за временные неудобства. Пока это все, еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!